Аким, Аким, прикинь, завтра оказывается у нашего шефа день рождения. И что мы ему подарим? Не знаю, он вроде кофе любит, давай ему кофеварку подарим. Пацаны, ребяточки, вы чё такие вялые? Всего 2 часа ночи, давай собрались, работаем, алё, давай, давай, смейк ма бича, тю! Давай лучше подарим боксерские перчатки. Вызывали меня, да? А, Усена, а чё ты подготовил? Блин, я забыл, оказывается. Ну тогда встречай заслуженное наказание. Слушай, а давай мы ему смартфон подарим? Смартфон это ж дорого. Не, в Остор можно купить смартфон в рассрочку без первоначального взноса и переплаты. Вот, давай. Да? Шеф, у вас сегодня день рождения, и мы хотим вам подарить крутой смартфон, который вам кто-то уже подарил. Я сам себе подарок сделал. Не вы одни, между прочим, про рассрочку в Остор знаете. Давайте мы вам тогда другой подарок сделаем. Оставь, ты чё? Я его жене подарю. У нее через неделю день рождения. А теперь бегом работать, и это Усенов. Где отчеты? Достань меня!